Еще раз вспомню вступление Александра Сергеевича Пушкина к поэме «Руслан и Людмила». Там говорится в двух строках, что «царевна там в темнице тужит, и бурый волк ей верно служит». О том же волке есть картина одного из художников, но подписана она уже «Серый волк». И я сейчас хочу вам коротко рассказать, в чем разница в этом волке и в чем вообще состоит смысл образа волка. Какой же он, серый или бурый? Так вот, самое интересное, что волк действительно бурый. Бурый – это значит такой темно-красный, но в данном случае по отношению к волку это слово обозначает не цвет его, а то, что бурый всегда в наших вот этих говорах северных, центральных и даже немножко туда в Прибалтику, он всегда обозначал слово, обозначал эпитет волшебный. Поэтому волк волшебный, а не просто цветной, серый, белый, голубой. А сам волк, почему столько внимания ему в волшебных русских сказках уделяется? Дело в том, что у нас существует один только Бог, реальный Бог, который является Богом, то есть оператором в нашем понимании, оператором времени, духом времени, волшебником времени. Его зовут Велес. Кто-то мне там писал в комментарии, что никто о нем не знает, никто о нем не помнит. Это неправда, потому что во всех поучениях христиан, ранних поучениях для борьбы с волшебниками, именно с волшебниками, всегда упоминается тот самый Велес, с которым они, в общем-то, и боролись. И я уже говорил в своих предыдущих фильмах, что борьба эта была борьбой со временем, не какими-то крестовыми походами, когда человек убивал человека и пытался завладеть его имуществом, нет, а когда нововведенный григорианский календарь с другими принципами исчисления времени вводился на определенных территориях взамен юлианского календаря. Вот юлианский календарь, юл, юл – это тюркское обозначение того самого Велеса. Так вот, юлианский календарь, названный по его имени, он как раз оперировал временем, привязывая его, это время, к периоду прецессии, который был привязан, в свою очередь, к движению полярной звезды. Это юлианский календарь. И при таком, при юлианском календаре не было вариантов, чтобы господин календаря, то есть Велес, каким-то образом попадал на тот свет и потом оттуда возвращался, потому что движение полярной звезды, оно происходит всегда на нашем северном небе, мы всегда его видим, и никто никуда не исчезает. А вот в григорианском календаре привязка времени уже к другому богу, и имя этого бога, если по-русски, то это Яга, то есть Баба-Яга, а если по-международному, то это Иисус, то есть Иисус Христос. Христос, вы знаете, переводится как солнце или золото, поэтому Яга солнечная или золотая. Во всех европейских сказках или мифах, или легендах она упоминается очень часто, она находится на гербе Варшавы, она была в Париже Жанной д'Арк, и она всегда во всех этих сказках представляется девой, которая горит, пылает, то есть несгораемой девой. Кто это такая дева? Это облик солнца. И когда григорианский календарь делали на новой основе, то в качестве счетчика времени взяли солнце, потому что оно дает точный по количеству дней год, который позволяет брать правильные и точные и полные проценты на кредиты. Смысл был в этом. А уж мифология, она просто позволяла говорить о банковских делах, о денежных делах, таким языком, который не все могли понять. Вроде как мы сказки рассказываем,
Друг другу, те, кто знает, мы говорим о том, сколько заработали, кто нам должен, а те, кто слушает и не понимает этого языка, они думают, вот какая-то баба-яга, красная шапочка, волк какой-то. Ну да, вот интересная сказка, давайте мы ее расскажем своим потомкам или каким-то своим знакомым. Вот как было-то. И григорианский календарь, он, еще раз повторю, основан был именно на операциях с Солнцем. А Солнце у нас имеет другую концепцию. Оно у нас, во-первых, днем находится в нашем мире, а ночью пропадает туда, куда-то под землю. И никто в древности не знал, куда пропадает Солнце, пока не придумали концепцию сферической Земли. И более того, у нас существует такое движение Солнца в течение года, которое называется линией предварения равноденствий. Эта линия дважды пересекает экватор Земли, такая синусоидой, как бы она идет. Вы ее видели, когда показывают, что якобы по такой линии летают наши космические корабли, тоже пересекая экватор по какой-то синусоиде. Вот эта синусоида – это линия равноденствий в случае Солнца. И в тех точках, где она пересекает линию экватора, это Гринвич и Япония, в Гринвиче это Солнце уходит туда, на тот свет, на другую сторону Земли, а в Японии оно заново вырастает на 180 градусе и появляется с того света новой, родившейся вновь Бабой-Ягой, то есть Солнцем, Иисусом, Иисусом. Потому что, конечно, никакого Иисуса там на Ближнем Востоке не придумали. Даже в кельтские времена, а это по классической истории 5 век до новой эры, примерно, то есть 7, уже у них был Бог Иисус, который абсолютно все то же о себе рассказывал, как и Иисус, который потом якобы в Иерусалиме. И как раз вот этим моментом моя новая книга посвящена, я вам из нее как раз материал небольшой и рассказываю. Так вот, возвращаясь к сказкам. Дело в том, что сказки все волшебные сказки на Руси, они посвящены только одному божеству – Велесу, который ходил на тот свет, возвращался, какие-то свои героические подвиги совершал. И вот о них он складывал свои рассказы, и они и стали теми самыми волшебными сказками, то есть волшебными Велесовыми. То есть и в нашей средневековой древности, пока Екатерина II не сделала здесь Российскую академию наук, наш Московский университет опирался на волшебные сказки, на русские народные волшебные сказки, как на достоверный источник. На каждом их издании присутствовала надпись от цензора и от императора о том, что эти сказки являются достоверным описанием реальных походов того, кто их рассказывает. Достоверным, еще раз говорю, это настоящие, это не летописи, придуманные попами, это настоящее описание русской истории. И, естественно, русские сказки конфликтуют с летописями, которые к русской истории отношения никакого не имеют, пишут о каких-то украинских Киевах, которых в те времена вообще не было даже на свете, и территории эти были еще не обжиты. Они обживались только с 18-го, ну, самое раннее, с 17 века нашей эры. Вот когда пошли территории эти обживаться. Так вот, известная всем сказка «Красная шапочка», она как раз описывает тот самый момент, когда волком является тот самый Велес, красной шапочкой является то самое солнце, а тот самый лес, куда она к бабушке ходила и носила пирожки, это тот свет, куда уходит наше календарное солнце и где у него происходят там какие-то коллизии. Раньше это в других сказках говорилось, что какой-то крокодил солнце проглотил, там еще что-то. То есть различные образы, они всегда генерировались и показывались народу, потому что никто не знал, что происходит с солнцем с той стороны Земли. Сейчас, да, мы тоже не знаем. Нам могут говорить космонавты, что да, действительно, они там чего-то могут увидеть. Но я еще раз напоминаю, что до сих пор ни один нормальный космонавт, да и ненормальный тоже, не сказал нам и не показал того, как выглядит Солнце из космоса. И на эту тему очень много подозрительных вопросов существует. Но это уже другая тема по отношению к нашему
фильму, а я продолжаю. Так вот, смысл нашего Велеса состоит в том, что он в нашем свете имеет свое решение такое в виде богатыря, который способен превращаться в дракона. Дракон по-русски это драчун, то есть это богатырь, который дерется. Вот смысл нашего драконьего облика. Ну и естественно, когда он становится драконом, он перевоплощается в такое разъяренное чудище, которому лучше не попадаться на пути. То есть человек разъяренный, у него глаза, ноздри там пышут, все там ходит ходуном, он готов драться, биться, он богатырь, он дракон. Это не китайский образ, когда они говорят, что они дети дракона, а дракон у них это переводится слово и понятие как множество муравьев. Мол, они вот так соединили друг друга к жопке лицами и стали таким большим одним ползучим драконом. Нет, это китайское сумасшествие, которое к нашим сказкам никак не относится. Так вот, на нашем свете Велес является либо богатырем, либо драчуном драконом. А когда он попадает туда, на тот свет, то он превращается в волка, в бурого волка, потому что волк остается еще и волшебным, волшебного волка. Именно этот волк, именно он помогает и Бабе-Яге, и герою, который туда попадает с ним, совершать какие-то местные прогулки по добыче, допустим, там яблок молодильных, еще что-то. Именно этот волк, именно о нем идут все разговоры. И именно он поименован в сказке о Красной Шапочке как тот, который ее проглотил. И самое интересное, что эпизод-то как раз к этому и подходит, что не крокодил глотал Красную Шапочку, то есть солнце, а именно этот волк Велес. И он проглотил свою Бабу-Ягу Красную Шапочку по ошибке. И проглотил — это даже не значит, что он ее съел. А помните такую поговорку: камень за пазухой держать. Вот там случилась такая же штука. Когда что-то там произошло, когда материализовался и перевернулся, опять вывернулся наизнанку Велес, переходя отсюда туда, на тот свет, и Баба-Яга оказалась в виде Красной Шапочки у него внутри. И дальше она уже, когда будучи освобожденной, она ему говорит: вот на тебе большой камень. Он говорит: зачем? А затем, чтобы ты помнил, что нельзя вот меня так глотать, и на тебе этот камень, прижми его к груди. И он, Велес, выпрыгнул из того света на этот свет, а при этих трансформациях, то есть оттуда сюда, отсюда туда, он всегда выворачивался наизнанку. Отсюда все вот эти обряды новогодние. Помните, тоже в Древней Руси был обряд, он и сейчас в деревнях иногда существует, когда люди коледуют, они выворачивают тулупы наизнанку. Это как раз вот тот Велесов обряд, потому что Новый год, он вообще посвящен как праздник Велесу. Велес – это вообще имя, год его, то есть Бог непосредственно, как переводится с европейского языка. Так вот, когда камень этот он прижал к себе и выпрыгнул с того света сюда, он опять сам этот Велес в образе волка превратился уже в человека, вывернувшись наизнанку, а камень остался внутри этого вывернутого существа, то есть вот этого человека. Отсюда и пошло держать камень за пазухой. Вот откуда все возникают такие этимологические примеры, картинки, иллюстрации. Все это из новогодних, из календарных, из сказочных и натуральных исторических сюжетов. Поэтому бурый волк – это волшебный волк, который действительно охраняет русский народ. Он покровительствовал одному из племен, которые мы знаем сегодня под названием Лютичи. Это была его территория в виде волка, а в виде непосредственного Велеса, коровьего сына, потому что он родился от коровы Зимун, он покровительствовал уже другому племени, соседскому племени. С Лютичами вместе они были, и даже они являются, в общем-то, одним и тем же народом, русским народом, одним из русских народов. Только кривичи, которые являются коровичами, они жили чуть-чуть к северу от Твери туда до Риги, а лютичи чуть к югу от этой линии, которую я обозначил. И что интересно, что в Прибалтике, в одной из стран, до сих пор называют русских людей коровичами. То есть детьми того самого коровьего сына, Ивана коровьего сына, который нам уже прилепили эти все христиане, которым и был на нашем свете, то есть коровой, быком, и был тот самый Велес,
про которого я сейчас сказал. А на тот свет, будучи переходя, он превращается в волка. И вы знаете, в южных регионах волк тоже является тотемическим животным, потому что они не знают, почему они волки. Но мы-то знаем, когда уходит туда душа человека, и она умирает, и становится жительницей того света, то есть как бы не настоящий человек, а мертвый. У него другие мыслительные процессы идут. И вот он уже подвержен или, так скажем, подчинен как раз вот этому Велесу, но в образе волка.